Дорогие друзья, я сегодня уже говорила, что наши ветераны – люди беспокойные. И не могут они сидеть дома. Более того, они не только помогают молодым, но они еще и поют. Да как поют, а какие стихи они пишут. И я сейчас с огромным удовольствием приглашаю на сцену Александра Николаевича Хромкова, который исполнит песню на стихи тоже ветерана МВД Александра Доли, а музыка Игоря Филипенкова. Итак, встречайте, подполковник милиции в отставке Александр Хромков и его веселая гармонь. Поехали. Мой гармоника русская.
поможет. Теперь наша сотрудница. Спасибо. Потом заберу. Спасибо. Следующую песню поможет мне спеть наша сотрудница нашего детского сада, где я теперь работаю. Вот. Дарья Мельничук на сцену. Поехали.